Друзья, всем привет, с вами Гамилькар Барка, продолжаем играть за Хаястан, Крусайдер Спингс 3. Всем приятного просмотра. Будем сейчас выходить в течение этой серии из-под аббасидов, которые называются сейчас самиды. Ну, наверное, мне надо будет сейчас сейчас надо будет так пойти вот в этой ветке, изучить все, взять архитектора, или как это фигня называется, вот это вот распределение влияния, предел доменов плюс 2. Так, в принципе, 26 лет. Можем успеть за жизнь этого правителя это все сделать. Дочку у нас надо следить. Управление великолепно. Великолепно. Давай. Зачерку во влияние максимально. Во влияние, в управление. Так, отец, давай. Давай сюда. Бля, Белая Русь может с Русью заключить договор какой-то. Я что-то не понял, а почему тут эта мразь хазарская? О, в Белой Руси власть захватили. Понял. Понял. Вопросов нет. Так, может с Ирландой тогда? Хотя бы с Фракией. Да, хуй найдешь союзника здесь. Союз с византосами заключили. Не с византосами, а с иерусалимским королевством, с этим. Боятся сильные союзники, и я надеюсь, они мне помогут до восстания за независимость. Да, я рискну. В прошлый раз из-за этого союза у меня отняли Грузию. Но мы потом ее вернули, конечно. Так, 1200.
Давайте мы увеличим в два раза гвардейские войска. Сразу после этого устроим восстание. Так, ну, гвардию мы вроде бы как подсобрали, да? О, здесь даже три. Надо сейчас довести денег хотя бы до 800-900 монет. Потом будем выебываться. Но это будет быстро относительно, я думаю. Давайте сбросим вес. О, хуй, у нас правитель жирный. Это восстание началось. Блин, но мне не выгодно сейчас идти вот эти хуйня непонятная. А, там война за независимость, понял. Надо помочь этому мужичку, потому что мне понадобится потом его помощь. Трачу денег, конечно же, в вагон. Давайте Дамаск возьмем. По Бырику. Ад. Победа, да? Справишься дальше сам без меня? Я могу распустить своих пацанов? Давайте, раз уж пришли, еще эту крепость захватим.
Спасли, блядь, союзничка. Собираем 800 монет, парни. Блять, что это? Кто? Это я что ли сделал? Разорвать помолв. Ах ты ебаный в рот, я перепутал. Сука, я к ним никак не могу привыкнуть, что Византийская империя управляет какой-то, блядь, непонятный. Ебать, давайте с хазарами тогда, я не знаю. Не хотят хазары. Тут фарухиды какие-то, блядь. Не хотят. Ладно. Еще бы. А, он начал войну, да? Ну, я начал войну. Была, не была. Посмотрим, что из этого получится. Мне бы
А византийцы мне помогут. Сука, я так рассчитывал на это. Ну ладно. Я буду надеяться, что его чпокнут чуть-чуть хотя бы. Королевство Иерусалимское. У меня уже 11%. Раз, два, три. Ну, я так сейчас быстренько пройдусь по вот этим вот восточным провинциям аббасидов. Не хочу давать генеральное сражение, пока я не вижу, что там у него получается с... Иерусалимом. А Иерусалим он, судя по всему, проигрывает, да? Хорошо, давайте тогда... Сюда можно, в принципе. Так, я что-то не понял. А. Сорян, эти пацаны не воюют со мной. Так, ну в принципе надо идти на ихнюю столицу, я думаю. Ебать, тут переход через пустыню так сильно ударил.
Охуеть, парни. Я решил просто чисто ради прикола посмотреть, сколько я потеряю воинов. Тут тупо минус армия. Из 5000 дошло только 1600. Блять, это жесткая хуйня. Очень жестко, парни. Я тупо не дошел. Ну ладно, посмотрим, как долго буду восстанавливаться войска. Мне кажется, очень долго. Ладно, ждем, пока войска восстановятся тогда. Ждем, пока войска восстановятся. Думаю, должно случиться достаточно быстро. Семьсот, 3200. Так, тут мы нескольких челиков захватили в плен, можно я сейчас попродавать, увеличить бюджет. Так, ну этих мы оставим пока. 750 монет. Ладно, я думаю, даже можно, знаете, что сделать? Еще по одному полку взять. Вот так вот. Когда я, блядь, этого... А, этот может вступить, давай, на 900 человек, кстати, давайте призовем его. Он не идет, а меня во все свои войны зовет. Так, хорошо, ладно, дубль 2. А, блин, у него 7000 сейчас воинов. 7000 воинов, вот там.
Пошлем пацанов. Ну, пока я выиграю, пока 60% у меня на победу. Пятьдесят девять. Блять, 77. Так, я не знаю, давайте еще сюда куда-нибудь. Так, это что это? Сука, я думаю, еще не идет захват, и типа он не выиграет со мной. Че бы захватить-то, а? Ну, наконец-то. Восемьдесят два процента на победу. Ну, 80. Я не могу понять, что происходит, а? Бля, я этому петуху проигрываю, оказывается, войну. И он плывет попиздиться со мной. Блять, надо вопросы что делать. Колоссальные войска тут, конечно, в регионе. Соваться в его столицу — это вообще анрильно. Вообще анрильно соваться в его столицу. А что нам остается? Вот эти вот мелкие княжества захватывать, да? Thank you.
А чё так резко качнулся-то счётчик в нашу сторону? Что случилось? 58% на победу. Какие-то давайте подерутся, пойдем подеремся с ними тоже. Оп-оп, подожди, подожди. Блядь, я не могу понять, что за пиздец происходит. Я думал, я побеждаю. О, вина, конечно, пиздец. Давай-ка вернемся домой, Фаястан. Судя по всему, мы проиграем, да, эту войну. За независимость дубль один, неудачная война. Хотя бы с пленных денег немножко собрали. Тысячу 200 рублей, ну, 1000 золота подняли. Ну, я не знаю, есть смысл тут продолжать драться или...
Этот пидор занял мою столицу, как бы. Блин, у него 7300. Что я сделал с 7300, блядь, солдатами, блядь, у этого дебила? Семь триста. Три армии у него. Спешил я меньше, чем 7-8 тысяч солдат. Риск слишком высокий поднимать восстание за независимость. Слишком высокий, надо сдаться. Статус-кво, он не согласится. Попали даже в тюрягу нашего, засадили лидера фракции. Ладно, думаю, закончим пока что на этом. В следующей серии будем готовить новое восстание. Всем большое спасибо, что пришли. С вами был Гибель Карбарка. До скорых встреч, ребят. Всем пока.